динамика, и задок прижимается к асфальту. Происходит ли при этом разгрузка передней оси, так об этом задумываешься мало. Ты раскочегарил 2 тонны. Дело ушло в прокуратуру, оно там будет, значит, оно будет передано следствию, следствие должно исправить ошибки, но невозможно, там нет никаких ошибок, просто нужно все это обвинительное заключение. И всегда лежали промасленные. 21 точка смазки через каждые пару тысяч километров пробега.
Thank you.